вот эта контактная плоскость, она всегда вертикальна, всегда она содержит вертикальную прямую. Вот, поэтому сама вот эта вот контактная плоскость проектируется в направлении на оси x, y. Ну, а уравнение – это есть поверхность. Поверхность примерно нашем пространстве. И вот это контактные плоскости, они на нашей поверхности достигают тоже поля направления. Вот. Но это поле направлений обычно бывает регулярным, но регулярное оно когда наша плоскость трансверсальна поверхность. Но вот, самый интересный случай, когда она касается, но я об этом чуть позже. Значит, ну вот в этом стандартной ситуации картинка такая. Вот, значит, поля наши контактные плоскости пересекают на S на уравнение, на поверхности уравнения поле направлений. И вот это поле направлений, если проинтегрировать, интегральные кривые. Это вот такие линии, интегральные линии этого, интегральные кривые этого поля на поверхности S. А после того, как мы их спроектируем вдоль оси P вниз на x, это получится решение вот этого вот нашего исходного уравнения F от x, это первое штрих равняется 0. Ну и мы чем будем заниматься? Мы будем пытаться классифицировать. А, еще я не сказал, что тут поверхность S нарисована как не особая. Вот, но там потом появятся и особые поверхности, особые поверхности S. Вот. Но сейчас мы, значит, занимаемся не особой поверхностью, гладкой, и классифицируем ее ростки в гладких точках относительно локальной контактной эквивалентности, локальных контактных дифеоморфизмов. То есть, значит, таких, что, значит, такого вида, что x переходит, есть функция от x, y есть тоже функция от x, а p в какой пойдется? P устанавливается однозначно по тому, что вот, значит, вот эти вот поля, да, я не сказал, что такое контактное. Контактное, это значит, что оно сохраняет вот наше поле распределения, наше поле плоскости. Вот. Ну и, соответственно, тогда y-штрих, который есть p, оно восстанавливается по преобразованию x и y. То есть у нас есть преобразование внизу x и y, а y-штрих по нему восстанавливается. Вот. Ну вот тут написано, что оно p, а определяется x и y. Ну и, в общем-то, тут есть три варианта классификации. Это формальная классификация, когда вот наша поверхность, точнее ее уравнение f, x и y, это формальный R. Вот. Не обращая внимания, он сходится, он не сходится, он просто формальный R. Вот. Есть гладкая классификация, когда все объекты гладкие ростки. Ну и, наконец, есть аналитическая классификация, когда все ростки аналитические функции. Ну, собственно говоря, там разница появится, но небольшая. Вот. Ну и классические результаты состоят в том, что вот есть обычные нормальные формы, самые-самые простые нормальные формы, как раз вот на той картинке, которую я уже показывал. Вот здесь они появляются. Вот. Это, значит, первое, это просто когда в регулярной точке, если вот рассмотреть нашу проекцию и вдоль слоя, вдоль вертикальной прямой, у нас получится что? Какое-то отображение поверхности S и S на плоскость. Ну и вот там, где оно регулярное, это отображение, тогда там, значит, это регулярные точки нашего уравнения, и в них уравнение приводится к виду y-штрих равняется 0. Но это просто стоит. Классическая теорема о дифференциальном уравнении, об определении векторного поля. Там, естественно, там поле наше обычное, мы его наверху выпрямляем. Вот. И получается определение места. Ну, то есть, короче говоря, заменой x и y можно привести поле направлений к стандартному. Вот. Ну, а более сложная форма – это как раз y-штрих в квадрате равняется x. Это там, где значит, PS имеет точку складки, то есть тип. И наша плоскость трансверсальна S.
в тех точках, значит, у нас есть поле направления, и получается такая картинка, Ирштейн в квадрате равняется x, это форма Чебраева в 1932 году. Вот. И, соответственно, это, вот давайте вернемся еще раз, это как раз вот в этих точках. Вот в этих точках это форма Чебраева. Вот. А, значит, а здесь регулярные точки. Ну, а самопересечение возникает из-за того, что две точки приходят в одну. Так. Значит, и что я хотел сказать еще, что эти, значит, эти теоремы автоповедения, получить этих нормальных форм в этих точках, они справедливы во всех трех категориях, формальные, ладные и аналитические. Вот. Ну, кстати, вот должен заметить, что с этой точки зрения в теории дифференциальных уравнений, которые учат там, в частности, в МГУ, в таком курсе, изучается явление необщего положения, вот возникновение огибающей, когда там во всех этих задачах присутствует, это как раз с этой точки зрения явление необщего положения, это сильно выраженный случай. А мы, естественно, будем, как обычно, пытаться посмотреть, что происходит в общем случае или не слишком там сильно выраженный. А вот возникновение огибающей – это как раз сильно выраженный случай, это вот как раз когда касательная плоскость касается во всей этой, на всей прямой. То есть нет, вот контактные плоскости касаются вдоль складки везде. Но пока мы еще до этого вообще не добрались, но это следующий сюжет. Вот, значит, давайте вот рассмотрим как раз, что происходит, когда плоскость, контактная плоскость касается линии складки. Значит, еще раз подчеркну, что в других точках не особо она не может касаться. Там она вертикальна, там наклонна, и там всегда трансверсальное пересечение, только она может касаться там, где P и S имеет вот это вот ограничение P и S, P на S имеет особенность. Так, значит, контактное распределение, контактные плоскости определяют на S поле направлений, которое обозначается дельта S. Вот. Ну и если, значит, точка A принадлежит S, и точка A касательных S, и тогда это поле имеет особенность. Соответственно, не определено. Вот. Ну и если, соответственно, для вот этого векторного поля, ну вот давайте рассмотрим точку, когда вот, точка, ну, вертикальная плоскость, тогда наше поле направления имеет особенность. Но эти особенности в типичном случае будут изолированы, ну и в типичном случае, естественно, тут наверху у нас получится либо седло, либо фокус, либо вот. И, ну, и если это все происходит в точке складки, то тогда и такие особенности называются сложными. То есть наверху у нас есть седло, фокус или узел, ну а внизу, соответственно, получается сложенное седло, сложенный фокус или сложенный узел. Да. Ну, что касается нормальных форм, то это работа Алексея Александровича Давыдова. Ох, какого года? 85-го. Вот. И, значит, так, ну и где были получены нормальные формы в этой ситуации. Значит, ну, я тут немножко переформулировал результат. Я говорю так, да, если А принадлежит складке, наша точка принадлежит складке, и точка А есть линейное седло, или линейный фокус, или линейный узел, вот тогда, значит, росток приводится к одной из нормальных форм видов, вот так вот. Где K – это уже непрерывный инвариант, и он определит на сейчас секунду. Ну, в общем, он зависит от непрерывного инварианта. Да. Ну и это утверждение тоже верно в формальной, гладкой и аналитической категории, хотя, значит, в оригинальной статье было написано было упомянуто, что он... Ну, ладно. Да. Вот. Ну, линейно я имею в виду, что, значит, вот наши контактные, извините, пожалуйста, вот это векторное поле наверху, поле направления наверху, поле направления только определенного, оно порождается векторным полем, которое приводится к линейной нормальной форме. Вектор координат, оно выглядит как линейное. Вот. Ну, и типичные седла всегда линейные. Типичные метрические, спасибо. Да, ну давайте не будем уже. Насчет типичных сёдел, что они линейные. Если, большой вопрос. Что-что?
Да. Ну, если там уже об этом зашла речь, то да, типичное седло, оно там, за исключением там резонансов, там счет он всюду плотного множества, оно линейно или не всюду плотного. Ну, не знаю. Вопрос. За исключением счета множества. Оно линейно. В смысле? В гладкой категории. Вот. А если в аналитической категории, то там надо исключать малые знаменатели. В общем, там вопрос тёплый. И вот... Да, но да, теорема правильная. Ну, а фокус линейный всегда. Вот. Так, ну, а значит, модуль К это просто вот из этих собственных чисел нашего вот этого векторного поля определяется вот так. Ну, в общем, он определяется линейной частью вот этого самого линейного седла, фокуса и узла. Вот. Да. Ну и давайте обсудим эту теорему, а именно, а для того, чтобы это обсудить, давайте введем еще какие-то всякие разные эквивалентности. Значит, давайте рассматривать помимо эквивалентность мы будем называть строгой эквивалентность двух ростков уравнений, когда, значит, вот у нас есть замена внизу, продолжающаяся, то замена в трехмерном пространстве, которая сохраняет дельта, ну и которая переводит один росток в другой. Это значит сильная эквивалентность. Контактная эквивалентность двух ростков это будет уже произвольный контактный дифеоморфизм. То есть я требую, чтобы сохранялось распределение вот это вот контактное, но уже x и y зависели не только от x и y могут зависеть, но еще и от произвольной контактной границы. Ну и наконец орбитальная эквивалентность двух ростков уравнений это когда тоже мы забываем про объемлющее пространство, смотрим, как там дифеоморфизм, который S1 переводит в S2, но который поле определенной контактной структуры на первом уравнении переводит в поле определенной контактной структуры на втором уравнении. Это орбитальная эквивалентность двух полей. Но в отличие от теории вот, динамических систем, здесь имеется в виду орбитальная эквивалентность в той категории, в которой я говорил. Обычно рассматривается топологическая орбитальная эквивалентность, но тут как раз будет либо там формальная, либо цельбесконечность, либо гладкая, либо аналитическая. Вот. Ясное дело, такая цепочка. Из сильной эквивалентности получается контактная, из контактная орбитальная, по очевидным причинам. Вот. Но на самом деле есть обратная. Во всяком случае, для гладких поверхностей S, что из орбитальной эквивалентности следует контакт. То есть это так называемая относительная теорема Дарбу, на которой я сейчас не хотел бы останавливаться. Но она обычно верна и для особых поверхностей. Но для гладких уж точно всегда и при любых обстоятельствах. Вот в локальном случае. Вот, если у вас есть ограничение контакта структуры на поверхность, значит вы можете там... Значит, распространить ее до контактного дифеоморфизма в окрестности эквивалентности. Вот. Ну, а самое главное, я бы хотел обсудить, следует ли из контактной эквивалентности сильной. Вот, то есть из этой. Ну и, соответственно, поскольку мы договорились, что контактная и орбитальная не эквивалентны, насколько, если есть орбитальная эквивалентность, можно говорить о сильной. Вот. Значит... Давайте тогда, чтобы сформулировать соответствующую теорему, я расскажу еще, значит, что значит вот написано. Давайте отдадим определение, что мы рассматриваем, что у нас есть в точке А, контактная плоскость касается нашей поверхности, вот, и тогда, значит, росток, соответственно, в этой точке будет называться, вот если у нас в точке складки, если в точке складки у нас есть касание, тогда росток будет называться сложным. Вот. Ну и если еще дополнительное условие, если определитель линейной части вот этой самой нашего поля направления не равен нулю, тогда росток будет называться невырожденным. Вот. Ну и, собственно говоря, основная лемма, которая тут есть, и которая была доказана Алексеем Александровичем, но, видимо, не сформулирована, насколько я знаю. А теорема такая, лемма, что если росток сложен и достаточно близкий и орбитально эквивалентный к данному невырожденному сложному ростку, то тогда он сильно эквивалентен исходу. Значит, если у нас есть исходный росток, и от него требуется, чтобы он
был, значит, сложенный, вот, ну вот в этом смысле. Вот. И рассмотрим другой дросток, достаточно близкий и орбитально эквивалентный ему. Вот. Но он, естественно, он, если достаточно близкий, он будет автоматически не выражен, а вот будет ли он сложным, неизвестно. В принципе, он из сложного может превратиться в несложный. Вот, то есть, как-нибудь так. Но, в общем, тут требуется, что, чтобы он был сложный тоже. В общем, есть два близких сложных невыраженных ростка, орбитально эквивалентных, то они сильно эквивалентны. Ну или по-другому, в терминах, в других терминах можно сформулировать так, что давайте рассмотрим все орбитально эквивалентные сложные ростки. Они распадаются на несколько компонентов их пространства. Ну и вот в каждой компоненте лежат сильно эквивалентные ростки. Вот. Да, ну и, значит, вот моя цель, если обобщить эту теорему на особой микроповерхности. Вот, в терминах, если сформулировать в терминах контактной эквивалентности, то тогда, ну, собственно говоря, то же самое получается, что вот все невыраженные сложные ростки, значит, еще раз, берем класс орбитальной эквивалентности невыраженных сложных ростков, он состоит из нескольких компонентов, каждый компонент состоит из вот этих вот сильно эквивалентных ростков. Ну, то есть я тут как-то сам запутался, я хотел сказать, что вместо орбитальной эквивалентности тут можно взять контактную эквивалентность, вот, что, да, ну, собственно говоря, ну вот, теперь я что хочу сделать, я хочу рассмотреть особые гиперповерхности, вот, особые гиперповерхности, ну вот тут как раз, собственно, и есть причина того, что я говорю об орбитальной эквивалентности и о контактной эквивалентности. Я имею в виду, чтобы тут не обсуждать Пернале или Невернале, а относительно теоремы Дарбу, я хочу сразу забыть про орбитальную эквивалентность. Орбитальная эквивалентность для, там, для особых поверхностей непонятно, что такое. В общем, давайте говорить об контактной эквивалентности. Значит, об орбитальной эквивалентности забудем, но помним, что для гладких поверхностей это одно и то же. Для гладких уравнений. Ну вот, значит, пусть это неявное дифференциальное уравнение, и, значит, точка А называется квадратичной, если она, во-первых, касается, то есть, ну, ограничение первого дифференциала на уравнение на нашу, на контактную плоскость есть 0, и вот то, что она проектируется вроде как складно. То есть, что вторая производная по вертикальному направлению от уравнения не равняется нулю. Значит, это аналог того, что особая точка, что тут просто особая точка поля направления раньше была, а это аналог того, что это, она была складной. Я как-то так упускаю момент, что там в сборке, но со сборкой там все сложнее, там все не так, то есть исключительно я говорю о случае складки. Складки или вот это уравнение, это условие здесь. Сборку давайте оставим дальше. Вот. Ну вот. И тогда теорема состоит в том, что каждая компонента, каждая связанная компонента класса контактной эквивалентности квадратичных ростков состоит и только из, ну, из сильно эквивалентных ростков. То есть ситуация та же самая, что мы берем сильно эквивалентные, нет, простите, пожалуйста, контактные эквивалентные ростки, но удовлетворяющие вот этим условиям. Значит, еще раз подчеркну, что вот это условие при действии контактной эквивалентности сохраняется, а вот это уже может нарушиться, вот, теоретически. Потому что контактная эквивалентность произвольная не обязана сохранять это условие. Тут может быть второе, как это связано с вертикальностью, а контактная эквивалентность все перемешана. Поэтому мы берем, значит, класс контактной эквивалентности, берем данный росток, берем класс его контактной эквивалентности, а потом выкидываем все, которые не удовлетворяют этому условию. И вот то, что осталось, разбивается на какое-то там число компонентов, в каждой компоненте лежат сильные эквивалентные ростки. Вот. Ну, или по-другому, в терминах теории особенностей, можно сказать так, что вот эта вот сильная эквивалентность по сравнению с контактной, она не приносит никаких новых непрерывных инвариантов, а только дискретных. Вот. Только дискретных. То дискретность от того, что компонент есть, а непрерывности там быть не может.
потому что все ответы. Надо заканчивать уже. Ну вот, я расскажу вам на примере, как это работает. Вот у Владимира Игоревича в 1988 году была работа по классификации, о контактной классификации вот, типичного вырождения. То есть, вот, давайте просто посмотрим, вот у нас есть просто морсовская точка. F имеет морсовскую точку с нулевым критическим значением, то есть дифференциал ее 0, а второй дифференциал не выражен и не определен. Тогда, значит, вот теорема Арнольда говорит нам, что в такой точке уравнение с точностью доконтактной эквивалентности эквивалентно нормальной форме одной из двух видов. Вот, либо тут плюс, либо тут минус. А c — это непрерывный инвариант. Вот. Но модуль тут появляется. Вот. Ну, а чтобы вот тут возникает разница, что это утверждение, оно верно только формально и благо. А в аналитической уже не верно. В аналитической там появляются там, расходящиеся ряды, что приводит к инвариантам, функциональным модулям, связанным с именами Воронина, Икаля, Мартине и Рамиса. Вот. Не знаю, кто в этом контексте. Ну, в общем, Вектор болеет за ним. Нет. Ну, ладно. Ладно, Понятно. Ну, вообще, да, Сергей Михайлович Воронин присутствует здесь. А формы эти, вот картинка такая, что вот есть два конуса, а отличить их очень просто, надо просто посмотреть на контактную плоскость. В одном контактная плоскость такая, а в другом контактная плоскость пересекает плоскость. Вот. Ну, естественно, это случай, опять-таки, общего положения. Тут, кстати, это не написано. Я только погорячился, нигде не написал, что это типичный случай. Да, по отношению к контактной структуре тоже должен быть типичный. Дальше. Формально это утверждение не написано. Не верно, нет упоминания о типичности. Вот. То есть, только вот такой знак может быть, да? Что, знаете, ну вот, два нарисованы. Два случая нарисованы, а я хочу сказать, что плоскость не может касаться, я про это, вот это забыл упомянуть. Что еще есть выражен случай, когда плоскость касается конуса, естественно, здесь эти формы не работают, а работают вот в таких случаях. Где плюс там вот это вот, а минус вот это. Да. Да, только два случая, да. Если это конус, а не точка. Да. Ну и, соответственно, тогда получаем, вот, если соединить эту теорему с той, о которой я говорил, получается такое следствие, что вот в такой вот точке. Вот, возник с точностью до нашего уравнения, может повестись к одному из трех видов. Вот это как раз о том, что я говорил, что при применении этой теоремы получается не добавляется дискретный инвариант, то есть один случай распадается на два. Но в чем тут дело? Тут лучше всего посмотреть на это дело так. Но и это опять-таки утверждение верно формальное и гладкое, категория аналитической неверно. Вот, но лучше всего на это дело посмотреть так. Давайте вот эту картинку, состоящую из конуса и контактной плоскости, зафиксируем. Вот, и будем смотреть, какие вообще проекции, как ее вообще можно проектировать. Но ядро проектирования, естественно, должно лежать в контактной плоскости, потому что никуда не денешься. Вот, потом ядро, поскольку там вот, условие есть, что F вторая производная по P не равняется нулю, не может касаться конуса. Ну и вот, и получается что? Получается, что вот в этом случае только один, одна компонента получается вот всех этих ростков квадратичных, соответствующих этой картине. А в этом две. Направление лежит внутри конуса, и направление лежит вне конуса. Вот поэтому как раз добавился один дискретный инвариант, но никаких новых функциональных и никаких новых числовых, а тем более функциональных инвариантов не появилось. Вот. Но я хотел сказать о доказательстве нескольких слов, но нет, я формально не буду. Так, все, спасибо.